Как укротить железного коня, не понаслышке знает Оксана Авдеева. Большой брутальный трамвай сдается хрупкой девушке в руки и под ее управлением становится ласковым и послушным. Ну, в принципе, трамвай готов к использованию. Можно ехать. Управляет трамваем Оксана Авдеева только год. Она одна из первых выпускников учебного центра ТТУ. Говорит, увидела объявление о наборе и сразу поняла – это судьба. Я как-то всегда мечтала работать на железной дороге, скажем так, а трамвай, она маленькая, но железная дорога. Не разочаровала у вас работа? Ни капельки, даже еще больше, скажем так, я проникаюсь этой работой все больше и больше. Скучать на работе не приходится, что ни неделя – новый маршрут. Поначалу новичкам дают короткие и не самые сложные маршруты. Затем постепенно пробуют на популярных. Оксана уже предвкушает, как будет ездить на двадцатке. Колеса стучат по рельсам, пассажиры спешат по своим делам, все вокруг живет своей жизнью. Оксане нравится чувствовать себя частью большого города. Город – это большой организм. Дороги – это вены. Общественный транспорт – это кровь, которая, скажем так, перевозит вот пассажирский поток по, скажем так, как гонит по дорогам. И это ответственная работа, и как мы приносим пользу людям, также городу. Все больше молодых водителей выходят на трамвайные и троллейбусные маршруты. За последние 2 года коллектив ТТУ помолодел, в смысле стажа сотрудников. Учебный центр, который начал работу пару лет назад, выпустил несколько десятков новых специалистов. Лекции и практические занятия проводят сами работники трамвайно-троллейбусного управления. Делятся опытом с молодыми. Кто, как не они, расскажут обо всех тонкостях водительского мастерства. До 5 минут включительно, да? Свыше 5 минут уже будет стоянка, не остановка. Это все должны прекрасно знать, так как будет очень много билетов на эту тему, очень много жизненных ситуаций на эту тему. Учиться в Самару приезжают из Оренбурга, Казани, Краснодарского края. Иногородним предоставляется общежитие, а всем слушателям – стипендия. А при успешно сданных экзаменах гарантировано трудоустройство. Марина Матвеевна, Максим Гусев. События.